Чувашия – это моя республика. Это один из немногих регионов России, где сегодня успешно развивается сельское хозяйство. В последние годы в республике уделяется особое внимание жизни села. Ремонтируются и строятся объекты соцкультбыта, открываются фельдшерско-акушерские пункты, проводятся работы по благоустройству территории. Деревня – это душа России. И я рада, что глава республики это понимает и поддерживает аграриев. Чувашия – это моя республика.